я все вижу, детей знаю. А мне не нужны никакие бумажки, не нужны никакие очки. И поэтому, как вы понимаете, следующими на сцену выходят какие-то красные линии и черные линии. Ну и если, конечно же, увидеть мы можем, то это домашнее задание третьего отряда. Арина и Семен! Встречаем бурными аплодисментами! Домашнее задание, третий отряд. Поверь, я прошу. Стало все было верно.
тебе на все, а абсолютно все, все, что надо мне, и чуть-чуть еще. Что больно, я тебя буду ждать. Как со мной ты скучаешь, продолжай мне писать. Ты все и так понимаешь, как я тебя буду ждать. Я в тебе нашел абсолютно все, все, что надо мне. Я давно хотел тебе сказать, меня забирают в рекруты. Надолго? Вообще-то, на 25 лет. Но так как у меня есть высшее образование, всего на 23. Всего 23 года, Лушников.
Олеся, а пойдем на речку? Сейчас, только удочки возьму. Какие удочки? Праздник Ивана Купала. Венки неси. Лушников, мне за Лешу выдают. И не ревнивый, но общагу спалю. Обиделся? Да. Обидишься. Некрасивая я, не стройна, не умна. Мои ноги растут не с ушей, а из бедер. Мне на это начхать, мое счастье, что я одна девка в деревне, одна девка в деревне. Лушников, неужели ты не понимаешь? Я люблю тебя! Олеся! О, я птица говорю, отличаюсь умом и сообразительностью. Встречаем домашнее задание Дарьи и Никиты. Бурными аплодисментами. Алёна, Никитоси, Пышитоси! Стану особенным, из горящего дома вынесу тебя со мной. Я решусь на все неизвестное, на все безрассудное. В море брошусь густое, зловещее и спасу тебя. Это будет сердцем беленым, мне сердцем беленым. Но ты же сильнее меня, сильнее его беленым. Сама не боишься ни свиста пурги, ни огня хрустящего. Не заблудишься, не утонешь, зла не накопишь. Не заплатишь и не застонешь, если захочешь. Станешь плавный и станешь ветреный, если захочешь. Я с тобой такой уверенный, трудно очень. Хоть нарочно, хоть на мгновение, я прошу робея. Помоги мне в себя поверить, не стань слабее. Станешь плавный, станешь медленный, если захочешь.
и станешь ветреной, если захочешь. У меня с тобой такой уверенный, трудно очень. Хоть нарушен, хоть на мгновение, я прошу любить. Помоги мне в себя поверить, стань слабее. Ну-ка, бегом, 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 зал аплодирует, потому что действительно это было очень красиво. А скажите, а первый ответ, а у них любовь? Нет! Эта половина говорит, да, это нет. Первый ответ, у них любовь? Нет! Да? Да, вот Алексей Баганов своим вот взглядом таким понятливым. Он сразу понял, что это любовь, да, Алексей? Алексей, любовь? Алексей Баганов, любовь? Ты думаешь, что да? Ну давайте проголосуем. Кто считает, что это любовь? Поднимите руки. Выше руки, выше, выше. А свободная касса. Мы приехали в Макдональдс. Свободная касса. Все, опускаем. Кто считает, что это не любовь? Проиграли 100 раз по 50. Поэтому нет, я думаю, что такие чувства могли показать только те, у которых они есть. Значит, чувства есть, это здорово. Говорят, что красота и любовь спасет мир. Итак, у нас остался только вечерний выход. Поэтому можно сейчас очень громко поболеть за своих любимых. Бежит по камешкам.
Там много камушков. Очень много, там галька. В смысле, не Галина Николаевна, в смысле, галька как бы. Теперь лежит по песочку. Теперь по песочку. И опять по песочку. Она в пустыне. Да, хорошо. Теперь она бежит по водичке. По водичке бежит. Все бежим по водичке, как Миша Иванов. Забудьте забежать в конец. Да. Она прямо на глубине. Ну да, да. И прибегает в пустыню. А из пустыни напрямую в Пионерскую. Ой, в Пионерской посидели, посидели, всех поругали, мы устали. И пошли в Макдональдс. Вам лишь бы в Макдональдс ходить. Макдональдс. А KFC? KFC? А как KFC? Тоже свободная касса? Все, да. Алексей, ура. Спасибо, ты нам больше не нужен, потому что все уже готовы пролезть. Головы орбиты. Да? Итак, я поймал, это Алексей, не аплодисменты, спасибо ему за помощь и поддержку. Я так поняла, что у нас работа идет без света, ну я имею в виду спецсвета. Именно так, спасибо, Владимир, я бы не знала без вас. Аплодисменты лучшему диджею в мире. Потому что сейчас будет только музыка. Итак, встречаем участники сегодняшнего конкурса «Аплодисменты».
чувство, потому что впервые за всю историю конкурса «Мистер Мисс» жюри пришлось ждать нас. Аплодисменты участникам, потому что действительно это впервые. А вообще я хочу вам сказать, дети, что вы очень-очень плохо поддерживающие дети. Итак, номинации конкурса «Мистер» и «Мисс Орбита». В номинации «Мистер Фристайл» побеждает Фащук Филипп. В номинации «Мисс Вдохновение» Рябова Татьяна, второй отряд. В номинации «Мистер Сила» Баранов Никита. Я даже знаю, кто это может быть. Да ладно. Князев Семен, третий отряд. Номинации «Мисс Экспрессия» Малькова Дарья, первый отряд. Трифоненко Андрей, четвертый отряд. Улыбка Стиляга. Мисс Улыбка. Грибанина Алена, четвертый отряд. Это кавычка? Нет. Лушников Виталий, мистер артист. Мисс оригинальность. Быкова Олеся, первый отряд. Лауреат конкурса «Мистер и мисс Орбита» в номинации «Мистер зрительских симпатий» Шевцов Даниил, третий отряд. Симпатии. Злобина Арина, третий отряд. Номинация «Суперпара». Здравствуйте, давайте одинаковый диплом. Победитель конкурса в номинации «Суперпара» Никита Баранов, Дарья Майкова. Вот она память. Медаль на шею чемпионов. Суперпара второй смены 2018. Победитель конкурса «Мистер и мисс Орбита» в номинации «Вице-мистер Орбита» награждается Трифоненков Андрей. Вице-мисс Орбита награждается Рябова Татьяна.
«Мисс Орбита» в номинации «Мистер Орбита» награждается Лушников Мисс Орбита. Вы ковали себе первое место.